1941 год. Вот уже пятый месяц идет кровопролитная Великая Отечественная война. Захвачены важнейшие марганцевые месторождения на Украине и Кавказе. Они давали больше 90% марганцевой руды, которая необходима для создания бронированной танковой стали. Без этого химического элемента советские танки не могут противостоять немецким машинам. А это значит... полное поражение. Вопрос поиска новых месторождений марганца под личный контроль берет сам Сталин. В этот момент казахский геолог Каныш Сатпаев сообщает, что еще в 20-е годы он обнаружил марганцевые месторождения в Жезказгане. В чрезвычайно короткие сроки в регион направляются геолого-разведочные отряды и комиссии. Необходимый марганец был найден, и уже меньше чем через год новое жезказганское месторождение «Жездинский рудник» обеспечил сырьем всю советскую оборонную промышленность. А армия получила новые танки с прочной стальной броней. Получила возможность выстоять.